Добрый вечер, мои дорогие. Уже поднявшись на оперативное дежурство, увидел радостную новость в Фейсбуке о том, что Юра Романенко с помощью всех боевых серферов, бездельников, девиантов, которые все являются боевыми медоедами, собрал деньги на нашу железную, ну, на железную лошадку для нас. Вот. Чтобы мы не остались без колес. И я надеюсь, что скоро она будет у нас. Спасибо вам всем, мои дорогие. Спасибо. Вот. Град праведников будет жить, город грешников падет. Вот. Мы не приходили к ним, они пришли на нашу землю. Поэтому я благодарю вас всех, что, несмотря на то, что враг бомбит наши города, на то, что жизнь гражданских становится чуть ли не тяжелее, чем жизнь военных, я благодарю вас всех за то, что вы продолжаете донатить, работать, прибывать на территорию Украины и приближать нашу победу. Спасибо вам большое. Да хранит вас Господь.